По версии следствия, к чиновнику, который работал в отделе развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского района, обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить 4 торговые точки по реализации елочных украшений. Конкурс на право размещения нестационарных объектов был уже завершен, но чиновник согласился оказать содействие в данном вопросе за взятку в 40 тысяч рублей и пообещал не принимать меры по привлечению предпринимателя к административной ответственности за торговлю без разрешительных документов. Мужчина согласился, но сообщил об этом в территориальный следственный отдел Следственного комитета. В конце декабря 2014 года заявитель встретился с начальником отдела развития потребительского рынка и услуг и передал ему требуемую сумму денег. После этого дальнейшие действия чиновника были пресечены. Следствием уже собраны все доказательства. Дело направлено в суд. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки.